Что такое любовь, когда тебе 18? Малиновые розы, закрытым шелковым платьем, соленые поцелуи, пропущенные от пати. Я не знаю, мне 20, спасаться антидепрессантом, звонить ему и бояться, пролайкать все его фото, но так и не подписаться, нагнать на бывшую тёлку, а позже с ним напухаться. Я не знаю, мне 20. Что такое любовь, когда тебе 18? Малиновые розы, закрытым шелковым платьем, соленые поцелуи, пропущенные от пати. Я не знаю, мне 20, спасаться антидепрессантом, звонить ему и бояться, пролайкать все его фото, но так и не подписаться, нагнать на бывшую тёлку, а позже с ней напухаться. Обложки журналов моды. Ты бы был таким свежим, стильным, ярким, как из голливудских фильмов. Подарил бы мне Ламборгини с бриллиантами дорогими. Я попала в них и уплыла, а потом тебя забыла. Что такое любовь, когда тебе 18? Малиновые розы, закрытым шелковым платьем, соленые поцелуи, пропущенные от пати. Я не знаю, мне 20, спасаться антидепрессантом, звонить ему и бояться, пролайкать все его фото, но так и не подписаться, нагнать на бывшую тёлку, а позже с ней напухаться. Я не знаю, мне 20. Мы бы стали с тобой родными и купили бы домик в Чили. У камина бы пили пиво с понедельника по выходные. Я любила бы твои обиды, ты б ненавидел мои слезы. Но все это мы не получили, потому что у меня не тот возраст. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь, когда тебе 18? Малиновые розы, закрытым шелковым платьем, соленые поцелуи, пропущенные от пати. Я не знаю, мне 20, спасаться антидепрессантом, звонить ему и бояться, пролайкать все его фото, но так и не.